В Когалым пришла зима. Пока осадков немного, коммунальщики готовятся к сезонным работам. На днях был заключен муниципальный контракт на уборку снега во дворах. Один подрядчик на весь город. Техника зайдет в микрорайон 18 ноября. Дата каждый год меняется. Все зависит от прогноза погоды. Муниципальный контракт у нас заключен 5 ноября, его окончание 15 мая. За этот период 4 чистки, то есть до конца этого года будет проведена одна чистка, и с нового года будет проведено 3 чистки круговых. То есть все, график он отражает. Первый микрорайон будет работать 3-4 звена, это уже, и все, конечно, еще будет зависеть от погодных условий. Если будут сильные морозы, вы сами понимаете, гидравлика, техника на гидравлике, она не работает. То есть это тоже может привести к корректировке графика. На уборку всего города от снега 1,5 месяца. Это считается одним кругом. Звенья техники будут следовать строго по графику, за исключением морозов. Его разместят на официальном сайте администрации и в социальных сетях. Снежные массы обещают вывозить в течение 5 дней. Снега еще выпало немного, но обслуживающие организации уже приступили к очистке от наледи придомовых территорий и подходов к подъездам. Чтобы никто не поскользнулся, посыпают песком. Расстояние от подъезда зависит от плиты придомовой территории. Но вообще это расстояние у нас определяется от 3 до 5 метров. Но если есть дорожки на придомовых территориях, эти дорожки полностью очищаются от снега и наледи и также подсыпаются песком. Что касается автодорог, то здесь техника уже начала работу. Проезжую часть обязательно посыпают песчано-соляной смесью. В соответствии с муниципальным заданием ежегодным, которое формируется МБУКС от бюджетного учреждения, наше, оно отвечает за содержание автомобильных дорог города, содержание общественных территорий в зимний период, соответственно, уборка пешеходные дорожки вдоль автомобильных дорог. Муниципальное казенное учреждение еще раз заключает контракт на очистку дворовых территорий, которые находятся на землях неразграниченных. Управляющие компании есть у нас такие, которые также обеспечивают уборку снега. Это Аркада и управление комфортным. У них земли собственников, соответственно, уборку обеспечивает управляющие компании. Юлиана Сотник, Николай Горкуша. События.